небольшом селе во Владимирской земле жил мальчик Михаил. Он рос в благочестивой семье и воспитывался в православной вере. Лучшим другом его был кот Васька. Но однажды... Не надо, мама, я сам все уберу. Господи Иисусе, помилуй меня. Слава Богу. Шло время, Миша вырос, у него появилась собственная семья. Он стал служить приходским священником в своем селе. Но постепенно отошли ко Господу родители Михаила, а затем и супруга. Михаил принимает решение стать монахом. Так Михаил стал Митрофаном. Сахатов студия «Два карта».